это финал. Мы принимали финал КФО, а это всероссийский финал, звездный праздник, лучшие команды со всей России. И отличается тем, что это наконец-то Ижевск доверили возможность провести финал. Но я очень надеюсь, что мы не подвели. Республики это огромная фаскория с точки зрения вот, развития баскетбола. Сумасшедшая мотивация для наших ребят. Они видят, как играют лучшие их сверстники от Приморья там до Калининграда. Поэтому это не только праздник, но и для нас такой очередной этап развития нашего и очень популярного вида спорта баскетбола. Хочу поблагодарить предпринимателей, без них ничего не произошло. В первую очередь, ты плюс, наш бизнес. И наша команда в лице школьной баскетбольной лиги КСБаскет, наших спонсоров, компании «Пекло Зеленого», Министерства физической культуры Удмуртской Республики и, конечно же, правительство Удмуртской Республики. Мы сработали как одно целое, как одна большая баскетбольная команда. И я считаю, что отработали достаточно хорошо. Группа компании «Ленова» входит много компаний. Одна из компаний – это «ТПЛЮС», это социальный ответственный бизнес. Мы такие социальные проекты стараемся реализовывать по всем территориям присутствуют социальные проекты. Но такой масштабный – это единственное, которое у нас в нашей компании. Уже сейчас от территории присутствия 72 субъекта Российской Федерации. Мощный проект – это знак другим спортивным организациям, где можно в нашей стране копировать уже там на футбол, на хоккей, на волейбол. Это можно брать примеры, копировать готовые спортивные мероприятия. Во-первых, объединяет школьников, объединяет ребятишек. Это командная игра, которая по жизни, в принципе, пригодится в реализации выбора профессии. У нас занятие ребятишек, чтобы они выработался командный дух, лидерский подход, это наставнические функции и командные. Поэтому здесь реализация чисто для того, чтобы детишки занялись делом и в жизни это все пригодилось.